Так, вот у нас 12:21 на двойных спарках. Цепляется к трактору, имеет бункер, в который собирается древесная растительность, остатки пней, веток крупных на таких вот металлических катках. В задней части у нас барабан с такими иглами, ежик. Накалывает такой материал. Материал попадает в бункер и в конце поля выгружается. Минус данного агрегата в том, что он имеет маленький бункер по объему и достаточно быстро забивается. Сейчас наш клиент приобрел два таких оригинальных накалывателя с большой шириной захвата. В ближайшее время приедем, их подснимем, потому что вот этот накалыватель, он сделан здесь в единственном экземпляре экспериментально для данного клиента. Из него хотят очень много денег производители. А те накалыватели, которые придут в ближайшее время, будут сюда доставлены. Они выпускались в Советском Союзе. Имеют другую ширину. И о их преимуществах мы вам попробуем рассказать при следующем посещении клиента. Отснимем материал их в работе. Посмотрим, какая новая техника появилась у клиента, что удалось восстановить. Сейчас в восстановлении находится несколько машин. Это корчеватель пней, караванщик или штабелировщик, кто как его называет. Я думаю, что третья часть будет интересной.